Вот здесь вот с правой стороны у нас переключатель программы. Вот у нас программы идут. Прямая строчка у нас на двойке. Первая у нас идет петля. Третья. Сейчас мы попробуем сделать зигзаг. Так, длину стежка мы делаем чуть поменьше. Вот у нас пошел зигзаг. Поднимаем в крайнее верхнее положение иглу и переключаемся на другую программу. С третьим у нас идет 21 операция. Но для того, чтобы у нас была 21 операция, нам нужно перейти на СС. СС переходит, вот мы поворачиваем регулятор вот этот до конца СС. Это мы переключились на 21 программу. Пробуем. Ткань у нас двигается вперед-назад. Смотрите, какой у нас получается шов. Если мы поставили на СС, СС это значит нижняя шкала у нас. И когда мы прокручиваем вправо, вот по вот этой вот шкале, она у нас уменьшается, уменьшается и уменьшается, то это у нас идет длина стежка на декоративных строчках. Это у нас самая большая длина стежка. И крутим по часовой стрелке, у нас длина стежка уменьшается. Вот это у нас идет регулятор смещения иглы влево-вправо. Если мы даем значение больше, то она у нас смещается влево до конца, видите? Если мы значение даем до нуля, то это смещается игла вправо. Вы можете сместить иглу, как вам нужно. Ну и это у нас регулировка натяжения верхней нити. И сейчас попробуем некоторые из видов сложных операций. Прямая строчка. Так, все прекрасно. Нижняя, верхняя. Одновременно мы можем попробовать 20-ю. Переключаемся на СС. Регулятор смещаем влево. И смотрим, что у нас получается. Вот у нас такой стежок плотный. Так, в дальнейшем переключаемся на 26-й. Иглу обязательно поднимаем вверх, потом переключаем наши операции с 5-й, 26-й. Ткань не держим. Теперь переключаемся, у нас на 26-м стоит, переключимся с СС на простой. Это у нас будет 8-й номер. Так, ну и дальше переключимся на 13-й.
И переключимся на 31 на СС регулятором. Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Вот у нас выбивка идет, декоративная строчка. Строчка снизу очень хорошая. Ну все, если мы эти операции попробовали, главное зигзаг, прямо строчка, то все у нас должно быть отлично. На зигзаге пропусков нет, нитку у нас не обрывает, все нормально. На этом все, удачи вам!